Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». Итак, вы нереально поддерживаете такую рубрику, как «Футболисты через 5 лет». Мы создали уже про меня, про Максима и про Святослава такую рубрику, и недавно вышла рубрика про Александра Головина. Итак, снова мы вносим поправки в эту рубрику, потому что даже если мы сократили тренировки, ну, буквально в 2 раза, теперь мы будем их сокращать еще в 2 раза. То есть тренировки теперь у нас будут проходить игрока раз в месяц, чтобы это казалось намного реалистичным. Но реально, ну, это невозможно, что у Александра Головина через там 5 лет будет такой вот рейтинг. Ну, кто знает. Итак, в группе ВКонтакте проголосовали очень большое количество людей за Андрея Лунева. Также там были и другие варианты. Если вам интересно, кто там был, переходите в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании под видео. Также голосуйте, потому что также буду смотреть, кого следующим делать по вашей активности. Ну и сегодня у нас на очереди Андрей Лунев, голкипер Санкт-Петербургского «Зенита» и главный кандидат после ухода Игоря Акинфеева из сборной на пост все-таки этого голкипера сборной. Там еще и Марината Гилерми, и Станислав Крицюк. Но вот Андрей Лунев даже отстоял в товарищеском матче против испанцев. Так что мне кажется, он отличный голкипер. Тем более 2 года где-то назад он еще и не представлял себя об этом. У него даже не было фотографии в FIFA. Это FIFA 17 было. И тогда он играл в Уфе. Но сегодня он представляет Санкт-Петербургский «Зенит». Ну что ж, друзья, поехали. Итак, только мы начали карьеру, и нам уже стали приходить такие предложения, как от Эвертона, Боруссии Дортмунд и от Спортинга. Итак, закончился первый сезон за Андрея Лунева. «Зенит» занял 5-ю строчку. ЦСКА стали чемпионами. Но посмотрите, какая сенсация просто. СКА Хабаров занимает 6-ю строчку. А попозже я вам покажу, что в последнем туре «Зенит» обыграл СКА со счетом 5-0. Это прям как в реальной жизни. В последнем туре прошлого сезона мы все помним, ну, болельщики «Зенита» уж точно, что «Зенит» обыграл СКА Хабаровск 5-0. Тогда Ерохин забил много мячей. Кубок России выиграл «Зенит», обыграв по пенальти «Краснодар» со счетом 4-3. Лигу чемпионов выиграл «Атлетико Мадрид», обыграв «Ювентус» по пенальти со счетом 5-4. Лигу Европы выиграл Лион, обыграв в финале 2-1 Лацио. Зенит вылетел еще в 1/16. На чемпионат мира сборная России не попала, заняв 4-ю строчку в отборочных матчах. И вот, как я вам обещал показать, Зенит обыграл СКА со счетом 5-0. После неудачного сезона с «Зенитом» нам стали приходить предложения из Германии. Снова от Боруссии Дортмунд, но уже здесь и Вольфсбург, и Боруссия Мёнхенгладбах. Итак, закончился второй сезон за Андрея Лунёва. «Зенит» снова не стал чемпионом. Заняли только 2-ю строчку, но всего лишь 2 очка нас отделяло до московского «Спартака». Кубок России выиграл московский ЦСКА, обыграв в финале «Спартак» со счетом 2-1. «Зенит» вылетел из 1/4 от того же ЦСКА. Суперкубок Европы выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Лион со счетом 4-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Атлетико Мадрид со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Ливерпуль, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 5-4 по пенальти, а Зенит вылетел в 1/16 от Вильярреала. После второго сезона нам пришло предложение от Шальке, мы его отклонили, но пришло предложение от Челси, и мы его приняли. Итак, закончился третий сезон за Андрея Лунева, который перешел летом в лондонское Челси. И Челси, внимание, стал чемпионом Англии. Хотя и посмотрите, в топ-5 команды, которые вошли, они не проиграли ни разу, ну, 10 матчей вот так вот. А Челси 11 матчей проиграли и все равно стали чемпионами. Зато Челси стали самой лучшей командой, которая меньше всего сыграла в ничью. Но все равно стали чемпионами Англии. Это первый титул Андрея Лунева, как бы победитель именно лиги. На 2 очка опередили Манчестер Сити. Кубок Англии выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Манчестер Юнайтед. А Челси вылетел в 1/4 от Суонси. Кубок Лиги Англии выиграл Арсенал, обыграв в финале Эвертон со счетом 2-0. Челси вылетел в 1/8 от Арсенала со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Ливерпуль, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 1-0.
Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв в финале Баварию со счетом 2-1. А ведь именно Челси вылетел от Барселоны в 1/4 со счетом 3-2. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Ювентус со счетом 1-0. Что говорит насчет «Зенита», так он долгожданно, во-первых, занял вторую строчку в чемпионате России вместе с Андреем Луневым и попали в Лигу чемпионов. Там они заняли третью строчку, то есть они снова попали в Лигу Европы. И как мы можем видеть, «Зенит» проиграл домашний матч Эвертону со счетом 3-0 и также проиграл гостевой со счетом 2-1. Также сборная России не квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года, заняв снова четвертую строчку в отборах. Итак, ну а «Зенит» без Андрея Лунева занял третью строчку, а чемпионом стал «Спартак» второй год подряд. После чемпионства в Англии нам пришло предложение от «Баварии», и мы его приняли. В зимнее трансферное окно нам предлагали перейти как середники Германии, так и предлагали вернуться в Англию, но мы решили остаться в «Баварии». Итак, закончился четвертый сезон за Андрея Лунева. Бавария заняла четвертую строчку, а чемпионом стал Вольфсбург. Кубок Германии выиграла Боруссия Дортмунд, обыграв в финале Мюнхен-Гладбургскую Боруссию со счетом 2-1. А Бавария вылетела в 1/8 от Хоффенхайма. Суперкубок Германии выиграл Аугсбург, обыграв в финале Баварию со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 4-3 по пенальти. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 1-0. А Лигу Европы выиграл ПСЖ, обыграв в финале Лацио со счетом 4-3 по пенальти. А ведь Бавария вылетела в 1/2 от того же ПСЖ, но там по гостевым голам все-таки ПСЖ превзошли соперника. Итак, а Челси без Андрея Лунева заняли в группе Лиги Чемпионов первую строчку и дошли до 1/4 финала Лиги Чемпионов, проиграв Тоттенхэму со счетом 2-1. Ну а «Зенит» без Андрея Лунева снова вышли из группы в Лиге Европы, заняв вторую строчку в группе с ПСЖ, но вылетели в 1/16 от «Валенсии» со счетом 2-1. Они обыграли их дома и 2-0 проиграли в гостях. Чемпионами Англии второй год подряд стала лондонская «Челси». А чемпионом России наконец стал «Зенит». То есть во всех клубах, в которых поиграл Андрей Лунев, это и «Челси», и «Зенит», они стали чемпионами, а вот «Бавария» не стала чемпионом. После провального сезона в Германии мы решили поиграть во Франции, в ПСЖ. Итак, друзья, закончился последний сезон за Андрея Лунева. Он перешел летом в ПСЖ и не прогадал. Но вообще редко те игроки, которые приходят во французский чемпионат в ПСЖ, они редко прогадывают, и ПСЖ там постоянно практически становится чемпионом. Здесь также случилось, на 15 очков они определили вторую строчку. Суперкубок Франции выиграл ПСЖ, обыграв в финале Ниццу со счетом 2-0. Кубок Франции выиграл Монако, обыграв в финале Лиль со счетом 3-0. ПСЖ вылетел от Монако в 1/4 со счетом 2-0. Кубок французских лиг выиграл Бордо, обыграв в финале Монпелье со счетом 5-4 по пенальти. ПСЖ вылетел в полуфинале от Монпелье со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв в финале ПСЖ с разгромным счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграл Атлетико Мадрид, обыграв в финале Барселону со счетом 1-0. ПСЖ вылетел от лондонского Арсенала в 1/8. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Атлетико из Бильбао со счетом 2-1. На чемпионат мира сборная России квалифицируется, поэтому мы доиграем сезон вот только до финала чемпионата мира 2022 года. Итак, вот такая вот группа получилась в Лиге чемпионов в последнем сезоне. Челси, ПСЖ и Зенит, то есть во всех этих трех клубах играл Андрей Лунев. Челси с первой строчки вышли, ПСЖ со второй, а Зенит вылетел в Лигу Европы. Ну а Бавария в группе с мадридским Реалом заняла вторую строчку. Итак, лондонская Челси дошла до 1/4 Лиги чемпионов, проиграв 5-4 Манчестер Сити. Бавария проиграла со счетом 4-3 в 1/8 Атлетико Мадриду. В 1/16 Лиги Европы Зенит проиграл домашний матч Ливерпулю 1-2, а гостевой закончился в ничью 0-0. Итак, Челси без Андрея Лунева заняли вторую строчку, то есть они уже 3 года подряд не опускаются ниже второй строчки. Манчестер Сити стал чемпионом. А вот после ухода Андрея Лунева Бавария наконец смогла стать чемпионом и в отрыве на 10 очков обогнала Лейпциг. В чемпионате России снова чемпионом стал «Спартак», а «Зенит» занял вторую строчку. Итак, очень плохо закончился для сборной России этот чемпионат мира. Заняли самую последнюю строчку, набрали всего лишь одно единственное очко
в Дании. Но чемпионом мира стала Франция, обыграв в финале Бельгию со счетом 3-2. Друзья, большое вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добьем наконец-то 100 подписчиков. Также переходите в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, также голосуйте там, за кого вы хотите увидеть в следующей выпуске рубрики «Футболисты через 5 лет». Также не забывайте, что на новогодних каникулах будет проходить новогодний стрим с Максимом. Приходите, но даты будут объявлены чуть попозже. Так что об этом вы точно узнаете также в видеороликах и также в группе ВКонтакте. С вами был Андрей Хорев, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.